Добрый вечер. В эфире новости 24. Перепись завершилась, а вопросы остались. Некоторые воронежцы недоумевают, почему они так и не увидели у себя в гостях человека со специальным портфелем. Между тем, с сегодняшнего дня Воронежстат начал проверять, как сработали их представители. До пятницы в каждой 10-й квартире на переписном участке проконтролируют точность собранных переписчиками сведений. Инструктору Елене Лысиковой вместе с переписчиком Людмилой Осрединовой предстоит обойти более 100 квартир. На участке их 1000. Всероссийская перепись населения закончилась, но впереди еще неделя проверки. Чтобы не было никаких там подложных сведений, то есть сведения должны быть достоверные, мы проводим контрольный обход. Здравствуйте. Проводим контрольный обход. Здесь проживает трое человек, да? Да. Валентина Романовна. Это кто? Евгений Алексеевич, это кто вам? Здесь к переписчикам претензий нет. Все нормально было. Все мы ответили на вопросы, которые нам предложили. Все было хорошо. Между тем, у многих воронежцев остались вопросы. На некоторых интернет-порталах, к примеру, появились жалобы людей на недобросовестность синих портфелей. У меня ребенок приболел. Я вынуждена эти 2 недели просидела с ним дома на больничном. Но думаю, раз переписчики ходят, нас застанут дома. Но не тут-то было. Вечером муж приносит листок бумаги от переписчиков. Мол, вас не было дома. Вам хоть листочки в ящики бросили, а в доме по набережной Авиастроителей 42 даже листков никто не оставил с адресом, где можно самим переписаться. Моя мама пенсионерка, все эти дни, ожидая переписчика, даже за хлебом не выходила. В Воронежстате обещают разобраться с каждой поступившей к ним жалобой. Но сами переписчики считают, что такой жесткой критики не заслужили. Работали по 12 часов в сутки за 5000 рублей. Ну, я считаю, что халтуры здесь не бывает, потому что я сама лично прошла уже по несколько, по 3-4 раза в каждую квартиру. И вчера буквально уже 7:30 где-то вечера заходила в эту же квартиру, как листовка моя оставалась, так это оставалось. Просто люди там не живут. Я не могу говорить за другие участки. На нашем участке все отнеслись добросовестно, и все мы переписали даже больше людей, чем предполагалось. Кстати, были воронежцы, которые намеренно бойкотировали перепись. Кто из-за проблем с ЖКХ, кто из-за шума военных истребителей. К ним, переписчикам, тоже придется вернуться. В мэрии попросили милицию подстраховать людей на таких участках. Чтобы переписчики, которые на эти проблемные жилые дома выходят, ну, чтобы они, по крайней мере, объектом вот этих ненужных эмоций не становились. Если будут обращаться, пожалуйста, реагируйте. Впрочем, даже если гражданин отказался от участия в переписи или его не застали дома, минимальные данные о нем Росстат все равно получит в миграционной службе. Данил Яндовицкий, Валерий Бобкин, Новости 24. Жители центрального района боятся ходить по улице Эртеля. Там развернулась новостройка, и вся пешеходная зона оказалась за строительным забором. Теперь, выходя из дома, люди стараются быть предельно осторожными. Как убедился Олег Сидякин, не напрасно. Смотрите, на полдороги вот поставили забор. Тротуара нет, все разбито, дорога. Более полусотни семей с этой улицы оказались в непростой ситуации. За забором стройплощадки остались и тротуар, и часть дороги. Каждый раз, проходя здесь на работу или за продуктами, люди в буквальном смысле рискуют жизнью. Идет старушка, женщина, по дороге. Держится за забор. И машина на нее, буквально на нее. Я ее из-под колес машины выдернула, эту женщину. Вот в конце улицы она живет, старушка. Сама упала на дорогу. Вот. Водитель вышел вот так, трясется. От забора до противоположного края проезжей части всего лишь пару шагов. Этот маленький клочок дороги легковые автомобили и пешеходы делят с большим трудом. А грузовики вообще не вписываются по габаритам и оставляют вот такие следы. Эта вмятина появилась здесь весной. На улице загорелся дом, вызвали пожарных. Не могла проехать пожарная машина. Вот сюда врезалась. Проехали и назад по Скользкому, вот они врезались сюда. На каком основании установлен забор, выяснить у строителей не удалось. Возмущенные жители куда только не обращались, а ВОЗ, точнее забор, и ныне там. Помочь в данном случае могла бы лишь одна организация – Госавтодорнадзор. Но туда люди пока не обращались. Нарушение, то есть наш инспектор на место выехал,
На это по закону у госслужбы есть месяц, плюс сроки на устранение. Люди тем временем боятся наступления холодов. Снег и гололед сделают этот участок еще более опасным. Олег Сидякин, Евгений Немцев, Новости 24. Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести процедуру административного обжалования действий чиновников, осуществляющих государственный заказ. Речь идет о случаях, когда явно нарушается антимонопольное законодательство. О том, как навести порядок в сфере госзакупок, говорили сегодня на специально организованном семинаре-совещании. По экспертным оценкам, до принятия закона о госзакупках только 1% от всех аукционов обходился без административного давления. К примеру, в строительной отрасли в каждом регионе есть негласные монополисты, которые и выполняют все государственные и муниципальные заказы. Штраф максимальный – 50 тысяч рублей. Средняя величина откатов, ну, это не моя статистика, составляет по достаточно большим конкурсам около 10-15%. Ну и поставим на миллиардном заказе на две чашки 150 тысяч и 10-15 миллионов рублей. Ну, по-моему, выбор, да, подсчет очень несложный. В разных регионах суды решают подобные дела по-разному. И сегодня говорилось о необходимости привести правоприменительную практику к единообразию и повсеместно назначать максимальные меры наказания. Надо смелее, может быть, идти. Мы не можем подсказывать судьям, что им делать. Это независимая власть. Мы уважаем их позицию. Но понятно, что здесь уже происходит в таких случаях, когда контракт не расторгается, когда не наступает ответственность, настоящая ответственность чиновников, в том числе, на мой взгляд, и уголовная, начинается уже новый виток беспредела в строительстве. После принятия закона о госзаказе прошло 4 года. За этот срок экономия бюджетных средств составила около 800 миллиардов рублей. Если бы спрос чиновников, осуществляющих госзакупки, был жестче, сохранить удалось бы более триллиона. Татьяна Лапина, Александр Федоров, Новости 24. В Воронежском зоопарке поселились аисты. Двух птиц, маму с дочерью, передали в наш город из Смоленской области. Пернатые были серьезно травмированы, и, по словам ветеринаров, выжить на воле они бы вряд ли смогли. Любимой пищей аистов в зоопарке стали мелкие грызуны. Причем зяма, так назвали младшую из пернатых, всегда кормится первой. Несмотря на травму, аппетит у птицы хороший. Почему-то первой кормится дочка, и мама не препятствует этому. То есть маму нам накормить труднее. То есть она как бы отдает привилегию в еде своей дочери. В Воронеж белых аистов привезли из национального парка, что в Смоленской области. В руки специалистов когда-то вольные птицы попали уже со сломанными крыльями. Теперь пернатые станут одним из символов воронежского зоопарка. До появления живых аистов здесь обитали только их искусственные сородичи. И при входе в парк у нас на тополе расположено целое гнездо аистов. Оно, хоть оно и искусственное аисты, но именно символизирует новое семейство, очаг семейный, значит, рождение детей. К сожалению, перелететь в гнездо птицы уже не смогут. Ветеринары считают, аисты травмированы настолько, что о полетах придется забыть. Радует другое. Пернатых уже взяла под опеку одна из воронежских организаций. Сергей Агапов, Валерий Бобкин, Новости 24. Персональной выставкой отмечает художник Александр Золотых 25 лет своей творческой деятельности. Живописца поздравляли сегодня в выставочном зале на улице Кирова, 8, где и развернулась экспозиция. В этом выставочном зале больше 150 работ Александра Золотых. Это то, что сделал художник с тех пор, когда ему было еще 14. Большинство картин посвящено Воронежскому краю. Вспоминая, как работалось все эти годы, Александр Сергеевич признается, он не раз испытывал муки творчества. Пишешь пейзаж, вот сложный, вот тучи, небо, дождь, все это мешает, особенно мешает ветер. Ветер мешает, шум в ушах сразу. Но для этого нужна просто закалка. Закалка и большой опыт. И терпение. Терпение, терпение, еще раз терпение. Мне кажется, главное в художнике – это все-таки искренность. И то, что здесь представлено, это настолько искренне, настолько прочувствовано этим художником. Свою выставку художник-живописец приурочил еще к одному событию – собственному 50-летию. Елена Тимонова, Валерий Бобкин, Новости 24. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Напоминаю вам телефон нашей редакции 51 21 19. Будут новости, звоните. Я же на этом прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Всего вам самого доброго.